Всем привет, друзья! Меня зовут Дил, и это Community Invest Family. И если вы начали смотреть это видео, то обязательно досмотрите его до конца, потому что здесь будет очень полезная для вас информация, которая даст вам реально заработать хорошие деньги. Это приложение и мессенджер PandaPanda, которое родом из Соединенных Штатов Америки, и она бесплатная. Можно бесплатно сейчас зарегистрироваться, установить все приложения, мессенджер и начать пользоваться, и за это вам будут платить деньги. Итак, друзья, сейчас вы сами видели, как рынок растет и появляется очень много продуктов, различных приложений, ну и, конечно же, NFT рынок растет, DeFi рынок растет, токены появляются, и это затронуло, наверное, вообще весь рынок, который вообще существует. Поэтому давайте быстренько я вам сделаю презентацию мессенджера PandaPanda, и вы поймете, для чего вам все это нужно. А это нужно обязательно каждому человеку, потому что все пользуются мессенджером. Я уверен, у вас есть и Telegram, и WhatsApp, и может быть Viber, может быть WeChat, и так далее, и так далее. Но чем лучше наше новое приложение, новый мессенджер, сейчас я вам расскажу. Представьте, если бы мессенджеры на вашем телефоне, такие как WhatsApp, Telegram, платили бы вам каждый день за то, что вы им пользуетесь. А теперь представьте, что эти ежедневные вознаграждения олицетворяют вашу причастность к успеху компании. Если вы пользуетесь, то компания растет. И вы, конечно же, больше зарабатываете деньги. На самом деле, всем известное приложение мессенджер WhatsApp. Все знают, что Facebook его купил в свое время за 19 миллиардов долларов. И есть еще такое приложение Dropbox, оно обычно есть на всех телефонах, ну, иногда бывает, что уже установлен. И сервис по обмену файлов называется Dropbox, оценивается в 10 миллиардов долларов. Программа для видеоконференций Zoom, которым почти каждый день пользуемся, сейчас почти 100 миллиардов долларов стоит. И каждый день вы пользуетесь вот этими приложениями, и вот просто спросите себя, вам за это платили? Нет, конечно, не платили. Ну и, конечно же, следующая боль – это безопасность мессенджера. Больше людей стало волновать, кто еще может слышать их разговоры и так далее в подобных приложениях. Как часто вам о чем-то... Как часто вы о чем-то говорите, а потом видите это в рекламах. Ну, это уже история всем известная, когда мы что-то говорим, и сразу же эта реклама появляется. Ну и кому еще доступны эти наши переписки, фотографии, личная информация? Вы можете быть уверены, что ваши данные безопасности, ими никто не управляет. Нет, конечно, мы не можем быть уверены, потому что уже всем известно, что все это читается и все это контролируется. Представляем вам новую возможность. Это приложение Messenger PandaPanda. Самый безопасный в мире мессенджер, который платит вам за его использование и распространение. Вы рассказываете, и у вас строится, можно сказать, сеть, и вы за это еще тоже получаете деньги. Не за то, что вы пригласили кого-то, и он там что-то сделал, а за то, что вы пригласили, и он использует это приложение, и с его заработка вы тоже зарабатываете. Это совершенно бесплатно. И вознаграждает вас несколько раз в день. Протоколы шифрования военного уровня защищают вашу личную конфиденциальность и содержат ваши данные в безопасности. Чем больше вы им пользуетесь и делитесь им, тем больше токенов от компании вы зарабатываете. Все токенизировано, и есть токены PandaPanda. Большие суммы со смарт-контрактами, новые токены каждые 30 минут. Ну и, конечно же, вы сами понимаете, если нас будет больше, токены тоже будут в цене расти. Используйте приложение, делитесь приложением, ну и, конечно же, держите токены в приложении на ферме, есть еще фарминг, и зарабатывайте токен. Что такое PandaPanda токен? Максимальный вообще выпуск — это 275 миллионов токенов. Обозначение токен PPM начинается с 10 центов, сейчас в данный момент оно уже есть, и стоит уже 35 центов или 40 центов. И во время вот этой предпродажи дойдет до 1 доллара. Ну и, конечно же, вы можете это все проверить, это все реально, можете приложение скачать, оно уже есть, я уже скачал с 1 ноября предстарт, с 15 ноября будет официальный старт, и вы уже сможете зарабатывать деньги.
вы можете просто пользоваться приложением и зарабатывать эти токены через свой телефон. Зарабатывая через Proof of Stake, Proof of Panda Pulse практически не требует энергии для майнинга. График поставки, ну график эмиссии, это 15 лет. Ну и как у биткоина есть халвинг на 2 года, через 2 года, через 4 и через 8 лет. Распространение токенов. Общая сумма токенов 275 миллионов. Из них 210 миллионов будет майниться в течение 15 лет. Мы будем пользоваться телефонами и за это нам будут еще платить постоянно. Ну и сейчас идет предварительная добыча. Это как раз таки вот маркетинг, аирдропы и так далее. Предпродажа токенов сейчас идет, пулы ликвидности. Ну и, конечно, из этого основатель и команда забирают 32 миллиона и соавтор-основатель 8 миллионов. Ну, на самом деле, 40 миллионов из 275 – это небольшая сумма. Это всего лишь почти 65 где-то, 35% примерно. Даже меньше. И это небольшая, на самом деле, в команде тоже люди, мне кажется, они тоже будут распределены. Но у соавтора-основателя большая часть, да, будет 8 миллионов. Итак, график майнинга. Это первый год, второй год, потом, то есть первый год сейчас идет, потом через 2 года, потом через 4 и через 8, итого 15 лет. Блок тайм сначала будет 30 минут, потом следующие 2 года 20 минут и так далее. Он будет уменьшаться и цена будет, и токены постоянно расти. Просто откройте свой кошелек, чтобы каждые 30 минут получать новые токены PPM, без каких-либо дополнительных требований. Чем больше вашей сети в вашем кругу, и чем больше вы и ваш круг используете приложение, тем больше вы зарабатываете. И вы, и ваши люди, и так далее. Итак, здесь мы видим, что оценка 18 миллиардов долларов более в течение 4 лет. Это здесь нам рассказывают, насколько панда на самом деле круче и куда мы идем. То, что в Zoom, вот это вот в Zoom, в Viber, Dropbox, это и в WhatsApp, все это есть, но клиенты не получают никаких денег за использование. Что такое Panda токен? Это служебный токен, значение которого поддерживается продуктами Panda. Есть еще продукты, приложение для зашифрованных сообщений Panda, обмен зашифрованными файлами Panda Post, зашифрованная видеоконференция Panda Meet как Zoom, зашифрованное хранилище Panda Vault как Dropbox, цифровой криптокошелек даже есть. Видеоигры, сейчас видеоигры распространены, и вся молодежь сидит в этих играх, и торговая площадка NFT. Кредитование еще можно здесь использовать через DeFi сектор, ну и, конечно же, различные гифки, стикеры и так далее. И вот, друзья, Panda продукты, сейчас я вам расскажу о них. Это приложение Messenger, его можно уже скачать, он есть на Android и на iOS. И если он есть на iOS, значит там все нормально. Это приложение для зашифрованной связи военного уровня, созданное с целью защиты вас и вашего контента. Одноранговая связь через зашифрованный обмен наверное, сообщений, голосовые видеозвонки, все, абсолютно все защищено. Можно скрыть или удалить свой контент, читать сообщения без ведома отправителя, отправка больших файлов возможна, настройки общего доступа к файлам низкого, среднего или высокого качества. Ну и, конечно же, стикеры разные. Есть еще новая обновленная версия, которая тоже появится в будущем. Это Panda Pro. Она включает в себя Panda Post, Panda Meet и Panda Vault. Panda Post – это когда это еще лучше мессенджер. Это безопасная служба передачи файлов, обеспечивающая конфиденциальность и контроль над вашим контентом. Служба передачи зашифрованных файлов. Файл может быть открыт только предполагаемым получателем и никем больше. Онлайн-слежение и радар. Правила и условия принимаются при каждом открытии. Завершить функцию даже после отправки файла. Отсутствие заметного размера полезной нагрузки. Ну,
Очень круто. Далее, техническое обслуживание, криптографические, приватные и публичные ключи выделяются создателю контента и назначенному получателю, чтобы разрешить эксклюзивный просмотр и загрузку общего контента. Ну, вот это вот, да, круто, я считаю, что только два человека могут смотреть и никто больше. Panda Meet предлагает удобное средство для видеоконференции. Это то же самое, как Zoom, на 25 человек, неограниченное время для видеоконференции, одноранговое сквозное шифрование, собственное приложение для видеосвязи, синхронизировать контакты без предоставления доступа третьим лиц, связанных с календарем устройства, и дальше доступ модератора для управления переговорной комнатой, отправление напоминаний всем участникам видеоконференции. Тоже интересно, кстати, это вообще классно, вот эта тема, то, что сейчас все делают зумы, конференции, можно определиться во времени и всем рассылать именно за час, за 10 минут автоматом. Доступ к услуге по номеру мобильного телефона. Panda Vault – это все как Dropbox. Это децентрализованный протокол хранения, который придерживается принципа «один владелец, один ключ», гарантируя, что только вы можете получить доступ к своим личным данным. Крутые функции Panda Vault. Все файлы зашифровываются при передаче. Масштабируемость по требованию и встроенное развитие сети. Протоколы фрагментации файлов. Каждый фрагмент зашифрован с использованием публичных ключей и приватных. Хеширование исходной и зашифрованной полезной нагрузки в пути. Храните файлы на одной или нескольких территориях. Вот это интересно. Так, представляем наши Panda продукты. Знакомство с мировыми трендами криптовалют и игр. Panda Profit и Panda Play. Ну, здесь уже о заработке пойдет речь. Panda Profit – безопасный цифровой кошелек. DeFi позволяет одалживать вашу криптовалюту. Вы можете получать впечатляющую прибыль и проценты от ваших пулов ликвидности и дефектной фермы. Здесь уже есть ссылочка на фарминг сайт. Именно под этим видео берите ссылку на фарминг, и там тоже есть небольшая реферальная система. Но я буду рад, если вы установите и посмотрите, может быть, вам понравится именно фарминг, и если вы будете постоянно пользоваться мессенджером, то у вас будут еще больше токенов, и ваши люди будут тоже пользоваться, и тоже будет очень много, то, может быть, вы хотите захотеть фармить и сделать из них вообще, да. И мало ли, кто знает, через год, может, токен там будет стоить по 50 долларов, а у вас будет несколько там сотен тысяч этих токенов. Получайте прибыль от размещения своих токенов Panda. Panda Play. Наша веселая игра Panda Play представит геймерам прекрасную возможность играть ради заработка. Здесь тоже можно зарабатывать. Торговая площадка Panda Play NFT позволит пользователям покупать и продавать внутриигровые цифровые предметы. Но сейчас это модно. Все уже с этим работают постоянно. Кто-то что-то покупает для своих героев. Мировой рынок NFT вырос до 2,5 миллиардов долларов США в первой половине этого года. Мировая индустрия онлайн-игр в 2020 году была оценена в 130 миллиардов долларов. Представляете? И какая-то часть, да, 100% будет в этой игре, потому что мессенджер будет по всему миру. Потому что вот даже вы сами знаете прекрасно, любому человеку дайте возможность просто бесплатно скачать что-то, и чтобы ему платили за то, что он это там сидит, и все захотят этим пользоваться, и за данное вот время, буквально за 10 дней, с момента, как просто об этом начали рассказывать, уже больше 100 тысяч скачиваний. А представляете, когда все это запустится, первые люди увидят реальные токены, которые можно там продать и получить за это несколько долларов, то сюда просто хлынется весь рынок, и я думаю, рост будет вообще гипер. Исследование. Давайте про исследование. WhatsApp создан в феврале 2009 года. Первоначально бесплатно, затем взимался небольшая оплата. К февралю 2014 года было зарегистрировано более 400 миллионов пользователей. У Facebook купили WhatsApp за 19 миллиардов долларов. Предлагает сквозное шифрование, однако оба основателя покинули компанию в 2016 году из-за опасений, ну, из-за того, что
они знали, что это на самом деле не так. Сейчас используется в 100 странах, и 2,5 миллиарда человек его используют. Если, допустим, на планете там 7-8 миллиардов людей, то это на самом деле где-то может быть 30% людей. И представляете, если из этих 30% людей, это, наверное, те, у кого есть телефоны, и те, кто, у кого есть интернет, потому что для этого нужен телефон и интернет. А представляете, из них где-то, может быть, миллиард человек, это люди, которые там живут в, ну, не в таких, в средних, даже нормальных странах, может быть, там, ну, типа какие-то страны, где очень дорого все, или, ну, кризис какой-то и так далее. И для этих людей пользоваться телефоном, и теперь, чтобы им платили за это, ну, конечно, они WhatsApp поменяют на PangPanda, потому что они будут пользоваться, им за это еще будут платить, чтобы, может быть, они за интернет будут дальше платить за эти деньги. В 2020 году ориентировочная выручка составила 55 миллиардов долларов у WhatsApp. Есть еще такая платформа PI Network. В 2019 году созданы пользователи скачивают бесплатно, затем начинают добывать монеты ежедневно на свой мобильный телефон. За 2 года было более 25 миллионов пользователей, но не так уж много. В настоящее время нет продуктов, ничего не работает. И в настоящее время просто ничего не было, потому что у них не было ни продуктов, ни обновлений. Люди перестали просто этим заниматься, и все, короче, затухло. Но если этим бы они занимались и выпускали бы новые продукты, то это бы намного-намного там сейчас стоило бы гигантских денег, и людей бы там было очень много. Как раз PangPanda хотят этим и заняться. Исследование третье про Dropbox. Dropbox был открыт в 2007 году, предполагает бесплатную услугу бизнес-модели и еще платную услугу. В 2021 году насчитывается 700 миллионов пользователей, среди которых платными услугами пользуются 15%. Сейчас компания оценивается в 10 миллиардов долларов. В 2020 году средний платный пользователь потратил 128 долларов. Это просто в год. Dropbox продолжает сталкиваться с нарушением безопасности и проблемами конфиденциальности. Там оттуда все время что-то воруют, выкладывают. Несмотря на это, выручка компании в 2021 году выросла на 8%, до 2 миллиардов долларов. Ну, конечно же, будет расти все это, потому что люди в разные страны развиваются, интернет появляется, люди там снимают что-то, фотографируют, все это где-то надо хранить и так далее, и так далее. Поэтому люди начинают пользоваться сначала бесплатными версиями, потом платными версиями. Дорожная карта PangPanda. Сейчас вот запустилось уже приложение, и запустилось PangPanda App с обменом сообщений, звонками, передачей больших файлов. Уже можно пользоваться Panda Pro, услуги по передаче файлов. Это тоже уже есть. Предпродажа приватных токенов сейчас уже есть, уже по 10 центов вы не купите. Далее, в следующем году будет Panda Play, это то, что мы говорили. Листинг будет на бирже Panda токена по доллару уже и дороже. И считайте, что если сейчас 35 центов осталось там совсем чуть-чуть, там может через 2-3 месяца уже будет листинг на бирже по доллару и выше, вы уже сделаете там, допустим, 3 икса, если даже вы купите эти токены. DeFi приложение по ставкам будет, и вот эти вот как Zoom приложение в видеоконференции, и как Dropbox, это все в следующем году. Начинай пользоваться PangPanda сегодня, скачай бесплатное приложение и начни зарабатывать токены от PangPanda. На самом деле, делись вот с приложением со своими друзьями, получай больше токенов. На самом деле, друзья, поймите одну вещь, что если вы сейчас просто это не пропустите, а просто загрузите на свой телефон и расскажете ближайшему своему окружению. У каждого человека есть около 1000 людей в контактах. Хотя бы там посмотрите, человеком там 100 закиньте эту информацию, из них 10 человек установят, но те 100, они будут знать, что вы им сказали об этом. И когда им начнут все об этом говорить и показывать, что здесь можно зарабатывать, они сами у него установят это приложение. И они будут знать, что это приложение от вас. А установить его можно через только ссылку. Вот если даже вы скачаете, там при регистрации просят номер
человека, который код такой из цифр, человек, который вас пригласил сюда. И под этим видео вы сможете достать этот код, я его напишу, там буквально несколько цифр, и сможете вставить и пользоваться приложением. И также своим друзьям тоже раскидывать. И в итоге через, может быть, месяц, через два месяца, через там, полгода они вспомнят, что да, вы говорили об этом и несколько раз говорили об этом. И все равно установят и начнут пользоваться, зарабатывать деньги. И вы будете зарабатывать деньги с этого. И ваша сеть разрастется, можно города, страны под вами могут быть. Потому что сейчас всего лишь 100 тысяч человек зарегистрировалось, а здесь будут миллионы людей. Поэтому сейчас надо пользоваться, ну и хранить свои токены. Сохрани свои токены и смотри, как растет их стоимость. Так же, как растет и сама компания. Стань частью этой истории. Реально хорошая история. И есть еще другая тема, очень интересная. Как панда токены удержат или увеличат свою стоимость? Майнинг и халвинг. Вы знаете, что в течение 15 лет будет с тремя халвингами, и каждый халвинг будет снижать предложение, увеличивать спрос. Если, представляете, 275 миллионов, даже если 275 миллионов людей скачают, и у них будет по одному токену, то а и следующие 275 миллионов тоже скачают, и уже им не хватит этих токенов, то токен уже пополам будет там. Уже не 1 доллар, а будет 2 доллара, потому что всем нужно будет, кто-то продаст свои токены, там уже это будет 2 доллара, потом 3 доллара и так далее. Может, 10 долларов будет буквально через год. Поэтому очень интересная тема, и здесь это все реально. И легализовано, все уже, все работает, можете зайти, можете под этим видео зайти в фарминг, посмотреть, как там все работает. Ну и есть очень крутое правило 48 часов, оно было введено, чтобы сильно стимулировать и вознаграждать участников за хранение токенов. Вместо вывода снятия любой суммы потребует лишних наград. Ну смотрите, если вы в течение 40, если вы вывели свои токены, вот допустим, у вас есть 2 токена, вы его вывели, продали, то в течение следующих 48 часов вы не сможете зарабатывать их. И люди не захотят выводить их, потому что они будут хотеть постоянно пользоваться, чтобы у них токены наращивались, потому что токенов всем не хватит. Может быть, это всего лишь 275 миллионов. Это очень мало. DeFi и стейкинг. Веб-сайт Panda Farm. Под этой видео есть ссылка, и тоже заходите. Был создан в качестве еще одной альтернативы для участников, чтобы получать вознаграждение или проценты от стейкинга DeFi вместо продажи. Чем больше PPM поставлено на срок от 3 месяцев до 2 лет, тем меньше PPM будет в обращении. Это вы понимаете? Если хотя бы 100 миллионов токенов будет в фарминге и в стейкинге, то их будет в обращении меньше, и они тоже будут из-за этого расти. Это очень интересно. Panda токены удержат или увеличат стоимость? Обратный выкуп компании. Программа распределения доходов включает в себя не только возврат средств сообществу, которое внесло значительный вклад в движение Panda, это также включает в себя, что 3% всей собственной выручки будет использоваться для обратного выкупа токенов. Компания будет постоянно скупать токены, и на рынке будет в обращении меньшее количество, и тоже будет рост цены. Ограничения на блокировку и снятие токенов. Токены всех учредителей, представителей, участников, покупателей, предварительной продажи заблокированы. Это хорошо. На определенный период, за которым следует консервативный лимит снятия количества токенов. Значит, на рынок сразу все токены не полетят, когда, допустим, он станет 10 долларов, и цена не будет падать. Вспомогательный токен в заключении. PPM – это служебный токен, который можно сразу использовать для продуктов, которые люди уже используют. Панда, вот эти вот все продукты. Так что, друзья, ну что я вам скажу, это очень интересно, все продумано, все работает, и подключайтесь к Panda, скачивайте приложение, пишите свои комментарии, если вам это видео было полезно. Ну и, конечно же, следите за всеми новостями, у нас есть канал под этим видео, заходите туда, чат есть, тоже можем пообщаться. Может быть, у кого-то есть друзья, которые там разговаривают на других языках, и приглашаете их, чтобы они сделали свои презентации на разных испанском, английском, на английском языке уже есть видео, индийском, там, арабском и так далее.
потому что в французском, итальянском, потому что если вы по одному человеку хотя бы в разных странах, в разных городах расскажете это, об этой уникальной возможности и подключите этих людей, то под эти города будут под вами, и вы будете постоянно получать. Даже если вы получите в месяц по 10 токенов, может быть, там, не знаю, ну, по 10 токенов, даже если вы получите и будете их копить в течение года, то это будет 100 токенов. Из-за того, что эмиссия маленькая, через какое-то время, может быть, вы даже не будете, ну, их тратить не будете, там, и так далее. Может быть так, что один токен будет стоить, там, и 1000 долларов. Это вполне возможно. И эти 100 токенов ваши будут 100 тысяч долларов. Ну, что плохо, разве? И можно еще и фармить. Так что, друзья, подключайтесь. Всем спасибо, что досмотрели это видео. Учтите, что бывает всегда такое, что человек услышал и не воспользовался моментом, не потратил на это 5 минут, чтобы просто установить, а потом сидит и жалеет, что упустил возможность заработка. Установите, посмотрите, поюзайте, отправьте своим друзьям, отправьте это видео своим друзьям, свою реферальную ссылку, она в мессенджере есть, и дальше я еще сделаю один обзор, как пользоваться приложением. На самом деле все очень просто, как в WhatsApp, я думаю, все сами разберетесь. Спасибо всем, и устанавливайте PanPanda. Пока-пока.